Очередное упавшее дерево на французском бульваре чудом никого не задело. Красная Toyota, стоявшая рядом, отделалась небольшими царапинами. А вот хозяйка машины была в шоке от бездействия приехавших на место городских служб. Я сейчас жду своего отца, который будет отодвигать это дерево, чтобы я выехала. К сожалению, ни зелентрест, никто не может оказать помощи в том, чтобы, ну, просто чтобы я отъехала. Также огромные ветки клёна оборвали электрические провода и перекрыли движение трамваев и автомобилей. После того, как машину отогнали, горзелентрест распилил дерево.